Якутяне в инженерных войсках под Хабаровском. О том, как проходит службу солдаты в одной из старейшей роте специальных войск, узнал наш корреспондент. Сегодня у ребят из Якутии послабление в распорядке дня с разрешения командира, поскольку посетить их приехали общественники. Узнать о самочувствии и настроении новобранцев, их нуждах приехала мать одного из бойцов. В ходе диалога выяснилось, что служба проходит в штатном режиме без происшествий. Настрой у парней боевой, жаловаться не на что. Мы еще только привыкаем, наверное, можно сказать, к армейской жизни. Ну, пока все еще вспоминаем гражданку. Ребята с Якутии очень сплоченные, то есть можно выйти из казармы по пути в столовую, встретить любого земляка, подойти из Якутии, да, завести разговор, то есть с этим никаких проблем нет. Инженерные войска не стоит путать со стройбатом. Бойцы инженерных войск обеспечивают подготовку боевых действий. В их задачи входит саперная разведка, возведение окопов и траншей, мостов, маскировка техники и добыча воды. В общем, без них воевать профессионально просто невозможно. Помимо физической и строевой подготовки, новобранцы успели побывать на учениях. Сразу замаскировали машину. Да, три Урала маскировали там ветками, не ветками, там все полностью, чтобы не видно вообще полностью не было его. С рота там несколько человек держали боеприпасы настоящие, там было 1000 с чем-то или 2000 патронов. Они бегали по всему лесу с этими боеприпасами. В редкие минуты досуга в дополнение к физической подготовке земляки из Якутии развлекаются борьбой хапсагай. Несмотря на то, что служить им еще без малого год, настрой у всех боевой. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.